Вы смотрите видео об отеле Orange County Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Orange County Resort расположен в стране Турция в регионе Кемер и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 60 километров от аэропорта Анталья, в Кемер. Территория гостиницы занимает 22 тысячи квадратных метров. Отель построен в архитектурном стиле, присущем Голландии 16 столетия. Расположен в Кемере, окружен природными красотами Таросских гор и бирюзовых вод Средиземного моря. Отель состоит из основного пятиэтажного здания и комплекса двухэтажных бунгало Воландам Хаус. При въезде в отель вы попадаете на центральный железнодорожный вокзал Г. Амстердама, холл отеля. Ключ от номера сделан в виде проездного билета на поезд в Амстердам и обратно. Музей Ван Гога, находящийся в Амстердаме, воспроизведен в миниатюре в отеле. В музее подобраны репродукции наиболее известных работ Ван Гога. На территории отеля имеется 4 ресторана, 3 а-ля карт, 10 баров, 1 конференц-зал до 350 персон, 3 бассейна, 1 крытый с подогревом в зимний период, 2 открытых, 2 водные горки, салон красоты, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, обслуживание номеров, интернет-кафе бесплатно, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар бесплатно, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, ковровое покрытие, керамическое или ламинат. Балкон не во всех номерах, французский балкон или терраса. Подключение к интернету Wi-Fi бесплатно, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из основной корпус Амстердам Централ, стандарт рум, фэмили рум, ханимун суит, квин битрикс суит, Принцесс Максима Суит. На территории рыбацкого поселка Воландам, Воландам Хаус, двухэтажные домики рядом с общим бассейном. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть живая музыка бесплатно в определенные дни, бильярд платно, тренажерный зал бесплатно, виндсерфинг бесплатно с лицензией, турецкая баня хамам бесплатно, безмоторные водные виды спорта бесплатно, джакузи платно в спа-центре, дискотека бесплатно, массаж платно, моторные водные виды спорта платно, акваэробика бесплатно, сауна бесплатно, аэробика бесплатно, игровые автоматы платно, анимация бесплатно, настольный теннис бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, парная бесплатно, также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, настольный теннис, дартс, шахматы, пляжный волейбол, аэробика, серфинг с лицензией, дискотека, развлекательные программы, каноэ, бильярд. За дополнительную плату имеется массаж, парашют. Для детей есть 1 открытый бассейн, 1 водная горка, мини-клуб возраст 4-12 лет, услуги няни платно, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы, собственный, песчано-галечный, пирс. На пляже зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца бесплатно, бар на пляже бесплатно, шатры на пляже платно. Год постройки гостиницы – 2005 год, год, когда был сделан последний ремонт – 2014 год. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.